Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Слова Божьего и сегодня начинаем новый раздел. Сегодня новый раздел у нас, скажем так, для любого христианина понятное название «Как исследовать Библию», «Как читать», «Как понимать». И сегодня мы конкретно будем говорить об ее уникальности. Для этого у нас сегодня в студии Борис и Аркадий. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, я бы не сказал, что это очень сложная тема для разбора, но, тем не менее, нам нужно будет углубиться, вспомнить Ветхий, Новый Завет, посмотреть вообще, какую же ценность для нас сегодня представляет эта книга. Сегодня будем говорить о том, что это не просто книга, а ее называют еще живой книгой. Вот как вы можете объяснить вот это вот такое словосочетание «живая книга»? Два таких понятных слова. Нет, я думаю, что ее жизнь в том, что она говорит о прошлом, о настоящем, о будущем. Она держит руку на пульсе всего человечества. Люди с любого времени, эпохи, открывая ее, находили рекомендации или guidelines, куда идти и как поступать в этом. И в том еще смысл, что сам Бог говорит через эту книгу. Вот в этом тоже есть огромный смысл. Да, я хотел подчеркнуть этот момент, именно, что Бог говорит, несмотря на то, что она была записана тысячелетия назад, да, Бог сегодня через нее говорит мне. То есть Он Духом Святым направляет меня прочитать какой-то текст, и Он сегодня общается со мной, несмотря на то, что книга была написана давно. Наверное, еще аспект. Понятно. Еще живое слово, тогда, когда мы обращаемся, мы моментально получаем ответ от Бога. Вроде бы мы как бы, знаете, ну, вроде бы буквы, они как бы мертвые, бумага сама мертвая, переплет все, да, кажется, материя. Но когда мы читаем, мы получаем прилив сил, мы получаем утешение, мы получаем надежду, вот буквально через эти слова. И они как-то реально воплощаются в нашей жизни. Поэтому оно все-таки живое слово. И вот если мы коснемся времен Моисея, то, пожалуйста, вот вспомните, вот что, о чем Моисей просил народа, с чем он как бы вот обратился к народу. Кто из вас вот может нам напомнить, это было в Второзаконии, есть записано 32 глава 45 текста. Какая главная идея была, с чем Моисей обратился к людям? Бог должен оставаться в центре семьи, общества, страны. Вот как-то Джордж Вашингтон сказал, что невозможно управлять страной без знания Библии. То есть просто несовместимо. То есть Моисей хотел обратить людей внимание, что все-таки Бог должен быть в центре всего, да? Еще. С чем он обратился к народу? Положите слова сие сердце ваше. Которые я говорил вам сегодня, завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, через которую... Через это вы долгое время пребываете на той земле, которой вы сейчас идете. То есть это... То есть хранить слова в сердце, хранить, другими словами, жить по этим словам, которые Слово Божие нам говорит, или Господь сказал, передавать это детям и передавать это в поколение. То есть... Сегодня, я думаю, если бы Господь обратился к нам и попросил, вот чтобы вы хотели оставить своим детям, наверное, мы бы все-таки, большинство из нас, я думаю, сказали бы, примите Божье Слово, живите и передавайте еще своим детям. Вот, если можно, Сергей Григорьевич Белинский однажды сказал, это великий критик, в 19 веке он жил, он всегда уважал и ценил высоко эту книгу, он сказал, есть книга, говорил он, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Вот так он суммировал свое понимание о Библии, свое видение. Понятно. Хорошо. А кто из вас может нам вот все-таки напомнить, я думаю, что многие знают, сколько авторов так писали книгу и... На протяжении какого времени она была написана? Около 40 авторов. Да, в течение 1500 лет. А сколько там есть книг Ветхого и Нового Завета, кто помнит?
39 Ветхого и 27 Нового Завета. Хоть писалась она на протяжении вот этого периода времени, более там 1500 лет, мы сказали, да? Но в ней нет противоречий. Вы замечаете, почему важно знать? Потому что... Хотя для кого-то кажущиеся и есть. Со временем они рассасываются. Ну, противоречия, скажем, я думаю, что не в Библии есть, а в голове у человека есть. Да. Потому что он это... А, и еще, она писалась на 3 разных континентах, да, если вы можете заметить, что это и Азия, и Африка, если говорить уже, это часть наша... То есть мы говорим о том, что люди разных времен, разных эпох, разного образования, разного положения, разного сословия, они все были вовлечены вот в это дело, из, ну, кто был вовлечен, и абсолютно разные люди. Я хочу сказать, что поскольку был один автор, то не вижу проблем, где она писала. Сегодня пишут программы, IT-программы для компьютеров, для различных нужд, электроники, в разных странах, на разных языках. А программы все пишут на одном языке, и все понимают их читать. Вот я думаю, современный человек немножко легче понять, правильно, как писалась Библия вот во свете этого. Да. Ну, я все-таки хотел просто, чтобы каждый из нас мог это отметить, для того, чтобы понимать, что это не книга человеческого происхождения, и человек не писал то, что ему взбрелось в голову. Потому что как раз сегодня это многих людей отталкивает. Когда я говорю, пытаюсь донести людям, что важно читать Библию, они говорят, кто я там писал? Ее сколько раз переписывали, и это, в общем, что я там читать? Каждый раз там что-то добавляли, добавляли, добавляли. Поэтому нам необходимо понимать, что все-таки эта книга, это целостное слово. Оно было написано разными людьми, но одним автором, и у ней нет разногласия, потому что... Людьми, которые были вдохновляемы. Да, его никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Я хотел бы отметить еще то, что есть действительно есть много переводов, но отнюдь смысл не теряется. Да, возможно, какие-то там акценты в произношении, ясности более современные переводы. Терминология, огромное, да. Огромное количество переводов. Но суть никак не поменялась с тех пор до нынешнего. Да, знаете, я думаю, что если бы так легко было все поменять, то, конечно, наверное, восставать стали бы всякие верующие. Почему? Потому что находили бы изменения. Я знаю, что сегодня многие верующие объединяются для того, чтобы создать какой-то единый, более доступный перевод. Один из переводов, мы знаем, это перевод под редакцию Кулакова, который был сделан, значит, в Заокском. Собирались разные люди, разные конфессии, священники, и историки, и ученые люди, и лингвисты. Да, лингвисты, для того, чтобы более точно донести все-таки, как же было в оригинале. Вот именно передать это. Mm-hmm. Сегодня каждый, кто берет эту книгу готовую в руки, он просто действительно может посмотреть, что синодальный перевод, и этот перевод нет противоречий, но есть больше ясности. Почему? Потому что современный язык, все-таки старые слова уже сегодня не упоминаются. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как понять, что вот слово стало плотью? Плотью стало слово. Опять же, вот знаете, и сегодня сказать это где-то в обществе светском, слово стало плотью. То есть как-то оно сложно будет воспринимаемо. Но с точки зрения восточной логики, философии, люди говорят, слово материальное, да, не торопись озвучивать, потому что оно реализуется. Но в контексте Библии, Священного Писания, мы начинаем, понимаем, эти библейские стихи, они как раз об Иисусе Христе, который стал плотью, да? Угу. Вот, и мы, ну, по крайней мере, мне кажется, все очень ясно. Он, который когда-то диктовал, он вдохновлял на написание этих библейских текстов, он... в конце концов, родился. То есть его слова записывались, а теперь он родился для того, чтобы реализовать. Я думаю, что вот и Иоанна вначале было слово. И... Да, да, первая глава Иоанна. Да, первая глава Иоанна, да. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было у Бога. То есть слово, оно
когда оно исходит от дающего жизнь, оно становится жизнью, оно меняет все вокруг. Я могу сказать, еще кто-то, но если у нас нет влияния на этих людей, если у нас наши слова не имеют цели конечные, мы можем много слов говорить, но когда говорит Бог, то это слово становится, воплощается. Вообще, логос – это слово по-гречески, да, и когда мы читаем Иоанна 1 глава, 1 тексты, говорит о самом Иисусе, что Он сам воплотился в это слово и стал реально исполнять то, что было написано прежде, до Него, до того, когда Он пришел на эту землю. Вообще, это потрясающее, это не совпадение, это Бог есть Бог порядка. Ни один текст не помещен в Библии просто так. Ведь мы же знаем, что да, есть же разные... Есть несколько было вариантов написания книги. Там была Септуагинта, там еще другие. И когда пришли вот к синодальному этому изданию, или же к книге короля Якова, то выбрали именно этот вариант, где каждая книга может ссылаться на другую и подтверждаться третьей. То есть вот эти. Есть еще ряд книг, которые не опубликованы в каноническом издании, но они интересны по-своему, но они не имеют подтверждения в других книгах. Поэтому у нас есть... Апокрифы, да? Да, поэтому у нас есть... Вот мы на сегодняшний день пользуемся вот синодальной русской канонической Библией, вот в этом смысле. Ну, вернусь на то, что говорил о том, что слово стало плотью, именно то, что слово было сказано Богом, и оно имеет под собой силу. Как раз мой вопрос был, один из вопросов был, почему вот есть канонические и неканонические книги? Чем определялось все-таки каноническое и неканоническое? Потому что сегодня больше протестантский мир, он сегодня пользуется канонической Библией, а православный мир и католический, он сегодня пользуется полной Библией, так скажем так, и неканонической. Что вот, скажем так, определяло книгу, в канон входит или не входит? Ну, как бы по науке мы знаем, да, вот то, что было общепризнанное, это канон, то, что не общепризнанное, какие-то вкрапления, это апокрифические. А с другой стороны, ну вот давайте так, вот мы сядем, договоримся, да, и канон. А все остальные, если не примут, то они вот где вот этот вот, я задаю вопрос, я должен бы по идее отвечать. Я могу ответить на этот вопрос. Ведь за всем этим, вот мы немного ранее говорили о том, что Библия не была подвержена, в принципе, изменению смысла ее. За всем этим стоит сам Бог. И Бог избирает людей, которые переводили. В переводах, в написании Библии, в еврейском вообще в то время, и до сих пор остается это суперсложная задача. Там один писал, другой смотрел, как это иероглиф вводился. То есть это было очень такое скрупулезное занятие, чтобы случайно не ошибиться, когда Тору переписывали. Да, одна точка, одна запятая могла изменить текст. Все, поэтому там были проверки, еще проверки над другим. То есть мой ответ на этот вопрос, потому что сам Бог за этим всем, в общем-то, наблюдал и наблюдает. Ну, смотрите, мой вопрос стоял, почему есть канонический и неканонический. Это не важный, немаловажный вопрос, потому что сегодня православный мир, он отстаивает и говорит, вы не пользуетесь правильной Библией. Угу. Понимаете? Нам нужно определить, почему. И вот мой ответ следующий. Каноническая Библия – это те книги, которых было известен время, место и автор написания. На момент, когда эти книги были найдены. Если не было известно или времени, или места, или автор написания, она не входила в канон. Сегодня Борис частично ответил еще один момент, что эти Библии между собой не пересекаются, не перекликаются. Допустим, Иисус, он ни разу не ссылался на книгу Сираха. Ни один пророк, он не ссылался, или апостол, не ссылался на книгу Юдив, так, или на Товита, или еще на какую-то книгу. Они никогда не ссылались, и мы не услышим этого. В то самое время мы слышим, что как читали вы у пророка там Исаии, да, как читали вы у Моисея, как вы читали у Давида, как вы читали там еще у кого-то, да, Иеремия или еще что-то, еще кто-то. Мы, допустим, эти все моменты читаем, они перекликаются между собой. В Библии, в канонических книгах мы читаем, нет ни одной ссылки, никогда никто ни из пророков, ни апостолов, ни Иисус не ссылался на те книги. Поэтому ни время, ни место, ни автор написания неизвестны. Иисус не ссылался. Поэтому мы сегодня пользуемся вот этой книгой, угу. скажем, канонической. Хорошо.
Еще такой вопрос хотел задать. Скажем, вот можно ли Библию назвать вот именно просто как пророческая книга? Пророческая книга. Безусловно. Какие пророчества могли бы назвать, что вот они действительно вот были предсказаны и исполнились? Самое яркое – это первое пришествие Иисуса. Самое такое, которое всем доступно. Угу. С любых источников его можно подтвердить. Иосиф Флавий писал об этом. События описываются исторически, можно подтвердить, угу. И другого. Книга пророчества пророка Даниила. Да, которую мы недавно империи, изучали. Да. Восхождение и падение империи. Вторая глава, третья, четвертая. Все это подтверждается исторически. Причем это был длительный период времени. Да? Четко известно, что время написания книги, да, а события развиваются и описываются еще и сегодня. Да? Они исполняются. Поэтому... То есть, почему мы сегодня еще доверяем Библии? Потому что она является пророческой. Сегодня очень многие люди... Вот, допустим, сегодня ситуация с коронавирусом в государстве, ну, я бы сказал, не в государстве, а в мире, да. Сегодня очень я страницы интернета тоже сегодня заметки встречаю, что же говорила Ванга по этому вопросу. То есть, понимаете, сразу вспоминают предсказатели и так далее, и так далее. Вот, а что говорила она по этому вопросу? А что говорил тот? А что говорил тот по этому вопросу? Понимаете, сегодня у нас есть точно определенная пророческая книга, которой надо ссылаться по любому вопросу. Вот, а что говорило Слово Божье по этому вопросу? Семейный вопрос, а что говорило Слово Божье? Финансовый, а что говорило Слово Божье? Чистота отношений, вопрос питания, вопрос питья, вопрос там празднования Божьего дня какого-то, а что говорило Слово Божье? Понимаете? Это очень важно, чтобы были убеждены, что мы изучаем эту книгу только потому, что она является пророческой книгой, верной книгой, которая не имеет все противоречий, и автор Господь Бог. Да, вот было сказано о Ванге, и еще ранее люди тоже ссылаются на Нострадамуса и других подобных. Да. Это все очень такое размыто, очень относительно. Это примерно как гороскопы, которые сегодня имеют вероятность там... Совпадение обязательно. Пару процентов. На Земле 7,5 миллиардов человек, поэтому обязательно кому-то да, оно и припадет. Поэтому нельзя на этом основываться. Это очень важно помнить. Значит, такой вопрос, ну, очень, вы понимаете, вопросы простые, но это просто хочу, чтобы мы погрузились немного, поразмышляли об этом. А вот почему важно жить по слову? Вот ведь есть много книг различных. Вот почему Библия приглашает жить по слову Библии? Ведь есть труды Маркса, Энгельса, есть много других ученых, есть много психологов, есть много, значит, других людей, которые, ну, такие менторы, которые могли бы дать действительно хорошие современные советы человеку в 21 веке. Современные. Почему все-таки Библия как бы сохраняет с собой право или отстаивает, все-таки меня читаете? Вот почему? Зачем это важно сегодня людям? Очень хороший вопрос. Дело в том, что все эти империи, о которых я говорил ранее, они восходят и падают. Вот здесь недалеко, в Мексике, империя ацтеков, там, майя, вот, все это было, в свое время они были цветущие, где они сегодня? Ни их книги, ни написания никто не берет во внимание. То есть Библия, она выстояла все времена, все периоды, все правления. Тот же Маркс, о котором был упомянут, где он сегодня? Кто его сегодня читает? А люди потратили на это время годы своей жизни, писали труды, тратились деньги на написание этих книг, перепечатывание их и так далее. То есть все это очень временное явление, а Слово Божие, оно постоянно. Вот это вечно. Да, это вечно. Да, когда мы покупаем какую-то технику, то мы задаем вопрос, а как же сделать так, чтобы эта техника работала дольше? И мы прислушаемся тех советов, которые написал или предписал автор, да, конструктор. И вот когда мы смотрим на книгу Библии, мы видим, что наряду с другими, я прошу прощения, использую этот значок, священными книгами, да, которых сегодня есть в разных религиозных направлениях, то вот именно книга Библия, она выдерживает любой опрос, любой, скажем, критический анализ авторства. То есть, кто автор этой книги. И поэтому книга Библия, она выделяется над многими другими книгами священными, якобы говорящими о
возвращение к святой жизни или к вечной жизни. Вот. Именно она является реальным предписанием Божьим для спасения. Вы знаете, еще такой момент, что сегодня мы знаем, что есть Коран, есть Бхагавад-гита, есть еще ряд других книг, которые люди читают, как, скажем так, своих лидеров, пророков и так далее, почитающих. Священные книги, да? Да, и люди, которые писали, тоже понимают, что они как бы священные. Но почему я сказал, что эта книга пророческая? Потому что она в себе содержит глобальные пророчества, которые были предсказаны там 1000, 2000, 3000, 100 лет, 200, 400 лет, точная дата, время, место, имя, и все исполняется. Когда мы сегодня открываем другие книги, они просто являются как просто нравственное поучение, но они не являются пророческими книгами. Они не имеют в себе богодухновенности. Если мы сегодня возьмем тот же Коран, я не хочу его критиковать, этого автора, он действительно хорошо писал, но он основывался на Библии. Он основывал свое писание на Библии. Он брал из Библии. У меня всегда вопрос, зачем мне читать второстепенное, если я могу взять первостепенное, источник? Зачем мне нужен плод человеческого ума, если я могу читать вдохновенное Божье Слово? Это я сегодня рекомендую, потому что все остальное – это плод человеческого ума. Мне очень нравится 12 глава Даниила, когда он говорит, слушай, я вот пишу, но я не могу понять, что я пишу. А ему Господь Бог через силой говорит, знаешь, ты вот это и не поймешь. Вот то, что ты пишешь, ты вообще не поймешь. Ты это запечатай, закрой, и когда-то последующие поколения будут читать и поймут, потому что знания тогда умножатся. О чем я хочу сказать? Что сегодня авторы писали, они не до конца понимали, что писать, потому что Бог им сказал, вот это напиши. И умри. Ты умрешь, а последующие поколения будут понимать. То есть это говорит о пророческой книге. Это то, что меня убеждает сегодня. Хотел еще сказать, подчеркну то, что есть много книг сегодня. Полезных, хороших книг. Это не значит, что мы отвергаем все книги напрочь, как ненужные. Вот только. Есть много научных трудов, там, поучительных. Дети наши учатся. Психология. По букварям, там, еще по каким-то там, да. То есть масса книг, которые мы, там, техническая литература, которая тоже написана людьми. Это все полезно, нужно и безусловно. Но те люди, которые идут, пытаются идти параллельно с Библией и заменить ее, или как-то там отодвинуть ее в тень, это плохие книги, ими нельзя засорять даже свой разум. При всем том, что люди пытаются говорить, что вот я и это хочу, тогда этот человек вот уже, скажем так, шансы у него потеряться очень-очень большие. Я хотел возвратиться к вопросу о переписке Библии. Скажите, так вообще имеют какие-то основания люди, когда они говорят, что Библия была переписана, сегодня ей доверять нельзя? Нет, наоборот. Сложно, конечно, говорить, когда ты сам этим не занимался, да, но специалисты, которые исследуют манускрипты, специалисты, которые глубоко на лингвистическом уровне занимаются этим анализом, они делают вот эти вот как бы итог, да, их размышлений, что вот то, что найдено в манускриптах, в самых-самых первых манускриптах с современным языком, оно вообще никак не отличается, современное, поэтому... Ну... Мой ответ на это будет, Библия сама себя подтверждает даже в современных, относительно современных раскопах. Кумранские пещеры, да, книга пророка Исаия, Розетский камень, Наполеон. То есть масса таких вот, я бы сказал, ближе к нашему времени, которые подтверждают то, что тысячелетия были написаны ранее. Вот это убеждает меня, что эта книга единственная неповторимая и верна. Да. Вы знаете... Она переписывалась, но не редактировалась, да? Хороший вот вы знаете, к сожалению, редактировалась. К сожалению, редактировалась. И вот на этом я хотел бы сделать акцент, что люди, которые редактируют Библию под себя, это является большим грехом. Сегодняшний день... На сегодняшний день я встретился с такой Библией, которая называется «Перевод нового мира». Понимаете? Эта книга, это, я не знаю, это Библия не хочу называть, это книга, которую они называют Библией, она сегодня сделана под определенную религию. И когда человек говорит, что ее переписывают, это уже правда. И что сегодня всему нельзя доверять. Это правдой становится, к сожалению. И сегодня людям... Неискушенный человек, который вообще в жизни никогда не держал в руках Библию, он берет первый раз в руки, он
он начинает верить, потому что ему до этого сказали, что все, что написано, все написано, да. Но поймите, там даже я хочу сказать, что перевод, как называется, перевод нового, нового мира. Вы понимаете? Одно само название, оно уже говорит, это не классическая Библия синодального перевода или современного перевода. Это переписка под себя. Для того, чтобы создать свою религию, нужно создать свою Библию. И, к сожалению, это уже сделано. Вот этого нужно опасаться. Это очень малый процент. И Иисус в 24 главе Матфея говорил об этом. Многие придут, лжепророки, придут под именем Моим. То есть об этом та же Библия предупреждает нас. Да. Когда, вот, извиняюсь, когда та же Библия, которая написана этими движениями, или там свидетели Иеговы, еще таким-то, она не подтверждается предыдущими изданиями, поэтому в нее нет, не может быть веры. Знаете, мне кажется, очень хорошо написано, что в Откровении 22 главе есть написан текст, что нельзя ни добавить, ни отнять. Если что кто-то сделает, то Бог будет разбираться по-своему. Поэтому мое как бы, приглашение, пожалуйста, придерживайтесь чистого, неповрежденного слова. То есть никаких там новых этих вот миров современных. Это все равно, что кто-то издаст свой вариант правил дорожного движения. Да. Я возьму этот вариант и буду по этому измененному, на его взгляд, правильному правилам дорожного движения, да, буду ездить. То есть это выходит за рамки действительности. Конечно. Друзья, еще одно я хотел бы отметить, что Библия также обладает и исторической частью. Если сегодня мы берем максимально люди философией наполняют, или, может быть, личным взглядом своим, или каким-то подходом, то, что Борис уже говорил, ну, может, тоже неплохо, конечно, но тогда эту книгу нельзя называть Библией. Ее можно назвать просто какой-то учебник там, по философии или еще как-то, но не Библией. Библия – это целостная книга, которую нельзя разрывать на части. Она состоит из двух частей – Новый Ветхий Завет, до и после нашей эры. Это однозначно. И она содержит в себе также исторический контекст. Вот давайте мы прочитаем некоторые тексты. 1 Коринфянам 15, 3 по 5. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 по 5 текст. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и кто явился Кифе, потом двенадцати». Исторически, то есть это было. По Писанию, даже оно было прописано. По Писанию. Это Библия историческая, она пророческая, но это история. Кстати, очень много речей библейских вот лидеров Нового Завета. Uh-huh. Именно вот на этом и... Посмотрите, Петр проповедует, да, Павел проповедует, многие. Ссылаются. Да, они берут и начинают там от Давида и идут. То есть они повторяют, еще раз утверждают, что это, uh-huh. да, это история. Даниил сделал такое заявление, Библия, по крайней мере, пишет о нем, что он по книгам пророка Иеремия определил день и год выхода народа израильского из Вавилонского плена. Конечно. Откуда? Это же история. Иеремия записал. Иеремия много сделал вещей полезных. Да. Хорошо. И еще одно хотел бы где-то уже в заключении прочитать о том, что... Вернее, порассуждать о том, что это книга, которая меняет людей. Она меняет. Могли бы назвать, может, из вашей личной жизни, может, вы лично пережили вот такую трансформацию, изменение под влиянием Божьего Слова, когда вы знали человека одним, и Слово Божье настолько повлияло, что он стал совсем другим человеком. Доказательства. Можете привести какие-то, что Библия это действительно имеет силу преобразовывать человека? Да, таких историй очень много. Я не знаю, если называть конкретные имена. Стоит, не стоит, кто их знает, кто не знает. Ну, так, но, без имени. Я очень хорошо знаю парня, который два раза отсидел за наркоманию. Вот. Сейчас это горит, кипит. Он и в тюрьмах, ведь там, где сидел, он туда возвращался потом для того, чтобы вместе с хором проводить концерты,
Совсем недавно он открыл и организовал такую очень интересную акцию «Небо для всех». Он пошел в авиационную школу там, с авиаторами, договорился, арендовали на целый день самолет и привозили туда детей из малоимущих семей, инвалидов. И вот этот пилот всех кружил по небу. И потом они, когда возвращались сюда, они под навесом, хотя там был дождь одно время, под навесом сидели и говорили, так небо для всех, это не только полетать, но Бог нам предлагает. То есть они провели такую программу. Это чудеса. Я думаю, что таких имен можно приводить сотни, десятки, тысячи. Когда я был ребенком, когда я был еще только родился, мои родители наняли няню для меня, потому что у них было много занятий, и они не могли успевать за всем. И вот эта молодая девушка, ей было 18 лет тогда, она выросла, стала старше. Ее мама была христианкой, она позже решила свою жизнь устроить по-своему. Она ушла от Господа и прожила где-то около 40 лет своей жизни по-своему. Вот то по-своему никак нельзя назвать успешной, историю успеха. Это была жизнь терзаний, скитаний, унижений и лишений. И вот когда уже после 60, Дух Святой все равно говорил к ней, и она возвратилась к Господу. Это нужно было видеть, какое огромное преобразование произошло в жизни этого человека. Я как раз был пастором той церкви, куда она пришла. Это было не то, что эмоционально, это было благословение Господне видеть, когда возвращаются люди туда, откуда они ушли, думая, что они пошли за чем-то лучше. Мне вспоминается история Наимени, которая ушла в землю Моавитскую и по своему приходу обратно сказала, что, хотя потеряла там мужа, двух сыновей, говорит, я ушла с полными руками и возвратилась пустой. Вот так же я сегодня, это живой пример, невыдуманный пример о том, что Господь преобразовывает людей, возвращает даже после долгих лет скитания. Господь всегда ждет каждого человека, который оступился. Ну, да, хотя, видите, мы говорим Слово Божие, оно, даже если Слово Божие, скажем так, не читать, ну, имеется в виду, возьмем, давайте, Исава, Иакова, вот это... Исав так враждебно настроен, с войском идет, скажем так, вот сейчас будет битва, а в конце концов обнимаются и плачут. То есть вот сам Бог, он совершил такое чудо, Дух Святой совершил такое чудо, что он поменялся. Ну, Савва, это, наверное, классический пример, который все знают, наверное, от мала до великого, и любой человек знает, как Павел обратился, был таким, в общем, враждебно настроен против христианства, хотя считался верующим человеком, но Слово Божие совершило огромное преобразование. Дорогие друзья, хотелось бы, чтобы Слово Божие, оно, мы, конечно, только сегодня так приоткрыли, так чуть-чуть приоткрыли эту шторку, скажем так, познание Божьего Слова. Мы будем продолжать это делать на протяжении еще 12 суббот, 12 встреч. Пусть Господь благословит, чтобы Слово, оно продолжало преобразовывать нас, менять нас, изменять, делать нас добрыми, счастливыми, прекрасными людьми в этом мире. Благословения вам. Иисус мой родной причал, и все тебе чарит.